Всем привет! Вы на канале Дарья Немалевич. Меня зовут Дарья. Сегодня будет у нас нестандартное видео. Будем делать обзор на маркеры для скетчинга фирмы Touch. Купила я их на Озоне. Стоили они 600 рублей. У меня 60 цветов. То есть, получается, за один маркер я заплатила 10 рублей. Для начала сделаю выкраску, а потом расскажу вам, как маркеры ведут себя с бумагой, что у меня за бумага. Попробуем их посмешивать, порисовать. Приступим. Вот такую яркую палитру мы получили со всех маркеров. Что могу сказать? Давайте посмотрим, просвечиваются ли на обороте цвета. Да, но не сильно. Я взяла бумагу очень плотную для акварели. Что ж, палитра получилась отменная. Теперь попробуем сделать градиент, смешать их. Прямо здесь внизу под палитрой будем тестить.
Смешиваются они легко, получается новый цвет абсолютно. Пока меня все устраивает. Пишите в комментариях, какие бы рисунки вы хотели нарисовать этими маркерами. И в следующем видео будем рисовать скетч. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем большого вдохновения. Всем пока.